И в продолжение дорожной темы. Более 200 нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники Первоуральской ГИБДД за первые дни ноября. Автоинспекторы вышли в рейд на поиски водителей, которые нарушают правила и садятся за руль, не имея прав или в состоянии опьянения. Сотрудники автоинспекции дежурили на въездах в город, а также на самых оживленных дорогах. За 4 дня им удалось задержать 5 водителей в состоянии опьянения. Двум из них теперь грозит уголовная ответственность. Еще один житель Первоуральска управлял машиной, уже будучи лишенным прав. Один автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, и еще 12 сели за руль, не имея водительских прав.